Мэй, лучше нарезки ставьте лайк. Микрофон Фикс, и со мной сегодня житель. Поздоровайся. Странный у жителя голос сегодня. Подожди. Рома, это ты, что ли? Я не понял. Здравствуйте, многоуважаемые зрители. Я рад вас всех приветствовать на этом ролике. Как у вас делишки, ребятишки? Но отличное приветствие от Фиксплея. Могу сказать, что его приветствует самое лучшее. Всем привет, с вами Фикс. Всем друг. Кто-то забыл выключить чайник. Ай-я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 й. И теперь все горячее. Как там называется? Я не знаю. Но перед тем, как начать... Че ты так смотришь, а? Че ты смотришь на меня такая? Ты там с ним разбирайся, я пока скажу. Есть открытие, сейчас прямо действуют скидки. ОМГ, вообще не так рассказываешь. Ты не все не так говоришь, нет. Ребята, всем привет. Кстати, если вам когда-нибудь нужна была лицензия Майнкрафта, то вы всегда можете пойти в описание. В описании, здравствуйте. Это там 7 смертей, не спрашивайте откуда. 7 жителей уже успело сгореть в огне, потому что мы ничего не делали. Это ты 7 раз успел сгореть в огне до записи. Нет. Кстати, привет. Привет. Вы должны идти и сохранить жизни всем вилладжерасам. Это жители. Чек за туалеты. Проверь туалеты. Угу. А дальше что? Алло, переводчик сломался, ты что там? Проверь мой дом. А, спасибо, Ром. Пойдем, 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 пойдем. О, ой, горю, горю. Ты серьезно? Ты как это вышло? Кто-нибудь. Я тебе не помогу. Не-не-не, так, я бегу с тобой, Фикс, пожалуйста, помогите. Не-не-не. Помогите, я умоляю вас. Боже мой, это комната ловушка. Помогите, пожалуйста. Да-да-да-да-да, очень интересно. Боже, горю, как жжется, как жжется. Привет, братан. Эй, привет, ребята. Ага. Как ты не упал? Ати, вот так вот похлопай, и я упаду. Так вот. А, правда? Там я еще не был. Ай-ай-ай, ага. А! Ты не один такой. Так можно же вот так просто. А, ну да, точно. Ага, да. Так все равно можно же. Слушай, мне интересно, если я тут встану, ты... Спасибо. Ты же не сможешь, да? Опа. Демон во плоти, вы посмотрите на него, а. Давай, прыгай, не стою тут. Давай. Давай, давай. ОМГФ спамощим, да. Так вот. Нет! Да зачем? Зачем ты это делаешь? Почему ты такой злой? Еще и макака. Фига такой проход, блин, здоровый. Стоп, ты вот сюда не ходил. Подожди. Чего? Ну класс, я потерялся. Ну класс, я вообще внизу. Ну класс, я на чердаке, зачем я здесь? Ну класс, ты играешь на пианино. Ну класс, я потерял место, где сказал, что тебя тут не было. Ну класс, я вспомнил, где это место. Можешь мне проход открыть здесь? Не-не-не-не, ты и так пройдешь. А где я? Поверь, ты знаешь, как идти. Поверь, я не знаю, как идти. Поверь, ты знаешь, как идти. Поверь, не знаю. Поверь, ты знаешь. Я сказал, не знаю. Поверь, ты знаешь. Мы сдохли 70 раз. Поверь, ты знаешь. 73 раза. Знаешь. Не знаю. Знаешь. Ну, ладно, знаю. Мужик, ну ты спрятался, блин, ё-моё. Это девушка, Мелисса. Единственном туалете, который я не зашел, а выглядит как мужик. Ух, где этот мужик? Эй, мужик. Он что, не придет порадоваться? Видос подходит к концу. А у микрофона было Ложка и Фикс. Не забывайте про магазин. Всем удачи, всем что? С вами все это время был Тайгер Лили. А вы думали, это была Ложка? Не, ну ты дурак. Всем пока. Откуда у тебя книга? И печенька даже. И это. Понял. Всем пока. Поэтому перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А, мы походу... Не понял. Так, это... Это чё? Это... Не понял. Что? Ло-ло-ло? Дерево. Ой. Со мной сегодня Лололошка. Ой, спина болит с тех пор, как я пришел на эти земли. Кто ты, спутник-странник? Ты здесь заспавнился, это раз. И во-вторых, в принципе, все. Привет, дорогие друзья. В общем, ты это видишь? Ты это, я по... Посмотри в небо, что это? Что за хрень? Что тебе не нравится? По-моему, замечательно. Что у меня в инвентаре? Какого хрена? Стой, музыка врублена у тебя? Вроде бы, да, джубоксы включены. Все, погнали, врубай. Так, на! Композиция. И только в кожаных штанах. Это, стоп, это ты... Какого? Это ты сейчас или... И только в кожаных штанах. Стой, у меня двоится, какого черта? Вот как тебе штаны? По-моему, по звуку нормально. Хочу еще. Давай. Композиция. И только в кожаных штанах. И только в кожаных штанах. И только в кожаных... Все, с меня хватит, вторая версия была. Вайбу... Бэт Булыжник! Неожиданно! Да, я просто... Посередине процесса захотел нарисовать Бэтмена. Мне просто понравилось. Какого хрена? Вошел. А что, знаешь, что я предлагаю сделать? Я предлагаю сделать чик. Ты чё? Ты владеешь магией чика? Магия монтажа, друг мой. Магия монтажа. Я проник в твое сознание. Проник в магию твоего монтажа. В монтаж.
знаешь, это просто магия. Я установлю антивирус, наверное, верстак, что получится. Потом соединяем, и получается... Так, что? Что? А ты по мне правильно держишь как-то, знаешь? Чего-то тут не так. Так, ну ладно, приручим. О боже мой! О боже мой, этого я стало! Персик! Есть идея. Люблю кожаные штаны. Ладно, молодец. Итак, подожди! Точно забыл! Одень! Тебе понравится. Чувство незабываемое. Ты сказал одень! Кожаные штаны одевают. А, ну да, это же правило русского языка, я забыл. Нужна дубовая дверь, по-моему. Сейчас, подожди. Мне кажется, тебе нужна дубовая дверь. Да, конечно, конечно. Да, тебе определенно нужна дубовая дверь. Конечно, мне нужна дубовая дверь. А ну хорошо, хорошо. Дверь. Действительно, тебе повезло. Здесь есть аж дуб. Аж несколько дубовых деревьев. Ставим дверь. И что это? И зачем? Дверь. Подглядывать можно. Я смотрю на тебя между ног. Что с этим делать? Посмотри, у меня крутая стильная кровать. В форме моего логотипа. У тебя есть логотип? А, да, а ты спишь на обоссанной. Так что, ложимся. Давай. Эй! Ладно, я сплю на обоссанной, я тебя понял. Пришли тут в ролик, блин, все обломали. Ой, доброе утро! Доброе утро! Фу, тебе что-то воняет, не подходи ближе! Мне кажется, персику нужно на лечение. А тебя с саниной воняет, я пошел отсюда. А ты думал, это молния? Стоп, что? Не понял. На скине. Какие скины? Ну, желтый я, вот, в пятнах. Я только сейчас заметил. Ты думал, что это, по-твоему, все это время? Ты думал, я типа в краску упал, становится. Сюда. Я знаю короткий путь. До дома, что ли? Я типа уже дома. Давай. А, да. Ты где? Я дома. Что? Какой дом? А мы куда собирались? Короткий путь найти. Но я его знаю. Ты где? Как бы тебе это сказать? Так, подожди, мне кажется, нам... Не, стой, нам другую... Не копай там. Что, почему? Не копай, да не знаю, копай короткий там. Путь, да не копай там, какой короткий путь? Сейчас короткий. Не копай там. А что это тут у нас такое? Нет. А кто это тут оставил? Ты не должен был найти эти фотки. Блин, как удачно здесь подвернулось место, где их можно поставить. Нет, не делай этого. Нет, я точно никогда не под... Нет! Что Боже! Это? Убери другую. Не надо, хотя... Нет, да что ты делаешь, блин? Да хватит, остановись. Да что? Это тоже такое было. Мы уже видели. Это мы уже видели. Это уже видели. Слушай, есть теория, что их там всего две. Но есть такая вот теория. Стой, погоди, а есть одна теория. Я сейчас хочу построить тебе аттракцион. В принципе, вот так. Держи вагонетку, садись, катайся. Слушай, ты куда разогнался? Подожди, не. Притормози слишком быстро. Попробуй догнать меня. А ну, а второй меня нету. Что ты меня укачивает? Сейчас я тебя разгоню, Ладно, все, это не для тебя, тебе вред. Удиви, где обитают все души в Майнкрафте? В этом что-то есть. Дай мне еще, пожалуйста. Ты слышал бит? Нет, ты слышал, нет? В этом был просто опыт. Бит, ты просто слышал уровень. Мы получили уровень за это. Типа, хороший всё. План. Давай из вот этих двух кусочков снега мы сделаем бесконечный снег. Как? Спросишь ты. Сейчас жди. Третье яблоко было явно лишним. Ладно. Да, я думал, почему что у меня это получится. Ладно, например, да, это было секунды. Быстро, как ты знаешь, я даже секунды не почувствовал. Да, знаешь, чем я его убил? Вот этим. Чем? Рукой? А я знаешь чем? Чем? Я шутки не придумал, шутки не будет. Ну хорошо, я придумаю за тебя. Рукой? Да, блин. Смешно, прикольно придумал, вообще круто. Шутка зашла на ура, мне кажется, вообще классно. Отправляемся назад. Подписывайтесь на канал Лоло Ложки, потому что там мало подписчиков. На меня можете не подписываться, у меня их много. Нет, подпишитесь. Ну ладно, можете и подписаться. Всем пока. Ты еще в теории можешь сказать пока. Пока, ребята. Я, конечно, не хотел говорить это пока, но мы играем на том... Да, мы играем на том самом скайблоке, где играет более 100 тысяч игроков. И для того, чтобы отправиться к ним, мы должны отправиться вот в этот портал. И это наш приватный остров, где играют наши подписчики, где играют наши сундуки с ресурсами. Да, смотри, уже задыхается. Наши новые миньоны. Нет, у меня еще дыхание полон сил. Смотри, у нас новые фишинг миньоны. Для чего они нам правильны? Для того, чтобы прокачать скилл. О, боже мой, все. Разогнался, Skill дружище, fishing. Разогнался. 16 уровень у меня, а у тебя 19, потому что мы записываем с 5 раза. Итак, дамы и господа, для того, чтобы мы получили очень много опыта... Зурита, я не знаю, что это такое, поэтому рассказывай. Только он остался, все. Перенись, куда ты там едешь? Ну, я тебя реально, кстати, искал, думал, куда ты делся? Давай, рассказывай. Интересно. Ну что, полетели? Давай. Вот сюда. О, я яйцо нашел. 75...
Powder, nice. Ты что-то прям так все отрывисто сказал. Это чё? Кстати. Я просто робот. Вот просто все игроки Clash of Clans. Чё, день ждать? Полтора? Да мы там неделями ждем. Я это говорю, кстати, как игрок Clash of Clans. Я сам играю. У меня реально там некоторые здания по 11 дней апаются, и то, что здесь нужно ждать по дню, по два, я еще такой, ну окей, подожду. Но я понимаю то, что потом будет еще ниже, и там по-любому надо будет ждать 20 дней, 30, 100%. Такой вопрос, как игрок Clash of Clans, ты вступил в клан Гремлина? Что? Что это за вопрос? Нет. Клан такой, знаешь, загнивается, конечно, но... Ребята, нормально. Я вообще не понимаю, это шутка какая-то. Так.